Всем привет, друзья! Вы на канале Play Jackson. Это у нас уже 5-й юбилейный выпуск за Александра Зинченко. Вы очень круто поддерживаете подобные видосики. Спасибо вам большое за это. Но не забывайте, что спонсором данной карьеры является Волшебная Страна. Волшебная Страна – место, где вы можете увеличить свои средства в разы. Высокие коэффициенты, быстрые выплаты, широкая линия ставок. Портал в Волшебную Страну находится в закрепленном комментарии. Также, друзья, как я вам и обещал, я начал загружать в наш телеграм-канал свои ставки. Поэтому, братан, если хочешь врываться еще и по ставочкам вместе с нами, переходи в наш телеграм-канал, ссылочка в описании. Та-да-да-да-дам! Александр Зинченко, рейтинг 76. Завершающий поединок группового этапа Лиги Чемпионов. Бавария на первом месте, на втором Манчестер Сити, как бы эти две команды выходят в 1/8, Аякс, Лига Европы и ЦСКА Москва покидает Еврокубки. Сейчас у нас будет поединок против Баварии. Матч за первое место в группе. И нас не выпускают. Ну, хотелось, конечно, мне сыграть. Победа 1-0, Де Брюйне. Посмотрите, как все красиво складывается. Манчестер Сити первое место, Бавария второе. Манчестер Сити занимает первую строчку не только в Лиге Чемпионов в групповом этапе, но и в премьер-лиге Англии. На втором месте Манчестер Юнайтед, на третьем месте Кристал Пэлас. Первая игра на сегодня — матч против ирисок. Манчестер Сити играет у себя дома. Пеп Гвардиола очень много кому дал отдохнуть со основного состава в этом матче, поэтому нам будет не очень-то просто. Нет, не буду я давать, лучше уже через зад, спокойно. Жезус. Жезус сам. Хороший пас. Замарес, Замарес, в одно касание чуть-чуть не прошло. Дай дальше. Да ну нахер, чувак, дай же ты дальше по Сюлю. Тео Велкот. Велкот, удар поворотом мимо. Клаудио Брао показывает. Спокойно, друзья, я все контролирую. Перевод. Александр Зинченко умеет делать такие верховые передачи. И дальше Саня Зина дает пас. Хорошо. Зинченко берет на себя игру. Да, братан, это тебе не с Сане рубиться на фланге. Пытаюсь раскачать. Делаю навес. И проходит. Почти проходит. Ладно, окей, почти. Отдает назад. Подача. Никого нету. Но если мы так будем стараться, то успех непременно придет к нам домой. Заброс на ряда Мореза не проходит, он пытается навязать борьбу. Нет, к сожалению. Зинченко принимает пас. В центр. Еще дальше, хорошо. Зина, можно подачу делать. На дальнюю нет, здесь кипер выходит, выбивает. Возможно, этот момент может закончиться позитивно для нашей команды. Если не будем тупить, конечно. Зина пробит. Да, охренеть! Просто охренеть можно! Как же подловил Александр Зинченко! Посмотрите, совсем немножечко не хватило. Ну как, ну да, немножечко. И первый тайм заканчивается со счетом 0-0. Но во втором тайме мы никак не можем себе позволить сыграть ничью или тем более даже проиграть. Друзья, придумайте, какой сейв от кипера! Сделай перевод. Ой, блестяще! И! Да ладно! Хорошо, отдал. Ну разыграйте! Да дай же ты дальше, чем он головой там отбил. Зина разобрал, подал. И как он тащит? Чуваки, однозначно лайк за вот такие вот подачи. Не успею, сука, закрыть. Фу, спасибо тебе. Вот здесь вот я сыграл. Чуть не глотнули. Забеги. Двигайтесь, ребята, двигайтесь. На подачу. Хотел сам пройти, чуваки, да, пожадничал. Это нарушение. Зина, умница! Вы посмотрите, какой пас. Какой проход. 75-я минута матча, мы делаем игру, чуваки. Как же Зинченко божит, как он здесь убрал. Двоих на себе собрал. Отдал, пожалуйста, все. О, Санешка появился на поле. Брат, я рад тебя видеть. Да ты чё? Ой-ой-ой-ой-ой, свалил. ЛФА? Левый фланговый атакующий? Приятно. Вот теперь я могу на законных основаниях бегать впереди. Силушки-то уже нету бежать. О, как опасно. Видите, сразу братан ушел с защиты. Начались удары по нашим воротам. 3 минуты осталось провести командам на поле. Ну, как бы все, я уже спокоен. Или не спокоен, последняя минута. Давайте без пропущенных. Бернард, пожалуйста, по старой дружбе. Пожалуйста, Бернард. Отбейтесь. Все, отпускаюсь. Идите нахер. Просто свалите в жопу. Оценка матча 7,7, но я абсолютно недоволен таким вот результатом.
А тем временем у нас прошла жеребьевка 1/8 Лиги Чемпионов, и нам достался Хоффенхайм. Довольно-таки сильный среднячок, может даже чуть выше среднячка, футбольный клуб с Бундеслиги. Так как мы прибивали Баварию, я думаю, с Хоффенхаймом у нас не должно возникнуть никаких проблем. Ну а остальные результаты жеребьевки на ваших экранах. А второй матч на сегодня — игра против Кристал Пэлас. Да, против того самого Кристал Пэлас, который идет на втором месте премьер-лиги Англии. У них так же, как и у нас, 31 очко. Еще 31 очко имеет и лондонский Арсенал. Поэтому, друзья, вы сами понимаете, если мы сейчас проигрываем Кристал Пэлас, то опускаемся уже с первой строчки куда-то пониже. Ну, сами виноваты. Нужно было не отпускать победу в матче против Эвертона. Первый. Саня, придержи. Хорошо. Аю крутит. Сброс под удар. Я не понимаю, что происходит с этой командой. Ну, чисто в 9. Такие, конечно же, не берутся. Ну, камон. Саня на подаче. К сожалению. Ну, как он? Ну, как он ему за спину? Нервы. Это красные. Желтая! Просто спасибо тебе, судья. Ну что же поделаешь. Зина еще понабивал пару раз. Перевод-то хороший, но вот только защита. Первый тайм мы проигрываем со счетом 1-0. У нас серьезные проблемы. Тонсет. И распасовывают еще. Пас на Сане. Ну все, Сане, давай, бери на себя игру, не стесняйся. В центр. Забить! Сука, Стерлинг! Замыкайте кто-нибудь! Да твою мать! Сука, засаную свою коленку вставил! Еще Кристал Пэлас нас прощает. Хорош, Зина. Еще навязывай. Умница! Вот так вот один гол, забитый в начале поединка, решил весь исход матча. Вот об этом я вам и говорил перед матчем против Кристал Пэлас. Сейчас Манчестер Сити на третьей строчке. Отрыв. 3 очка. Да, два матча уже мы не видим побед. Я не понимаю, как это у них получается. Да, у нас серьезные проблемы. Ну нихера не проходит. Удар по воротам прям в руки. Отдал. Ну, Гэри. Та-дам! 25-я минута матча. Это Габриэль Джезус. Хорошо. Гэри, беги. А там, куда попало? На Якуповича. Якупович. Здесь мы спокойно. Первый тайм и счет матча 1-0. Мы пока побеждаем, но в АПЛ это ничего не значит. Шикарно потеряли мяч, но тут же его забрали. Опять потеряли, опять беги назад. Рахим Стерлинг на фланге. Что он будет предпринимать? А как всегда. Ну! Хороший перевод, но не достанем. Не достал и отдал. Заброс до Стерлинга. Стерлинг, да суки! Они все там большие. Ни хрена не доходят. Забить. Хотя бы голевую. Ну как он потащил. Еле-еле душа в теле, но мы это сделали. Рейтинг матча 7,5. А мы-то все-таки вернули себе первое место. После 19 сыгранных матчей уже в премьер-лиге лидирует Манчестер Сити, у нас 34 очка, в Кристал Пэлас и Арсенала также, но по забитым пропущенным мы намного круче. Ну не намного, но круче. Следующий поединок против Саутгемптона мы пропускаем, симулируем его и проигрываем со счетом 2-0. Прекрасно. Ну и завершающий поединок на сегодня — игра против Ливерпуля. Очень серьезная будет заруба. Я надеюсь, мы из нее выйдем победителями. Санешка обратно у нас на фланге, очень рад я его видеть, я за ним соскучился. Зина принял, отдал. Роберто Фермино сам и теряет мяч. Нам сегодня весело будет на фланге вместе с Салахом. Хорошо! Вот это отбор. Короче, перевод на тот фланг, да и все. Ты задрала. Ну и чё? Сейчас зажмут. Ни хрена себе еще пас дал. Бить. Ну зачем так спешить? Скинь мне. Вот если скинешь, будет круто. Да зачем ты отдаешь? Ничья, 0-0 на табло. Мухаммед Салах. Неплохо завалили. Наби Кейта убрал! Пробил! Отдал, хорошо. Ну теперь один в один отдай. Потеря сейчас будет. Нихера себе, еще и пробил, опасно. Мухаммед Салах.
Да ладно, ну как он убегает? Первый Зиночка, красавчик. Ну, да ладно! Салах, остановите его, ноги ему сломайте. Он задрал уже бить по тому флангу. Гнида! Хорошо, все в нападение, все в атаку. Слава богу. Ну, мы сейчас играем тупо все в атаку. Если у нас один провал, то мы получаем крутую контратаку на свои ворота и, возможно, даже пропускаем. Очень серьезный, очень крутой поединок. Обе команды могли побеждать. Ну, вот так вот, я думаю, ничья 1-1 это самый закономерный результат по матчу. В общем, друзья, это и все на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на меня в Инстаграме. Все нужные ссылочки будут в описании. С вами был PlayJackson. До скорых встреч. Пока. You're changing, I can't stand.